Всем здравствуйте, меня зовут Олег, я представляю школу элитного строительства. Какие бы роботы ни были бы, как бы нам все хорошо не было бы, никто вместо людей ничего не сделает. Люди делают роботы, люди непосредственно и строят. Что касается школы, давайте к цифрам. Мы видим, что 7% ВВП занимает строительный сектор, 10% работников экономического сектора – это строители. Освоение в год составляет порядка 6 триллионов рублей. Но с этими всеми цифрами 95% населения недовольны всеми строительными работами, которые непосредственно производят наши люди. Что такое школа элитного строительства? Школа элитного строительства – это уникальный проект, созданный с целью обучения и детального знакомства исполнителя и потребителя с производителем. В первую очередь мы говорим о возрождении забытого и знакомства с новыми продуктами. Сейчас имеем 25 специальностей узкого профиля. Во-вторых, освобождаем производителей строительных материалов от построения образовательных отделов, тем самым повышаем их имидж и узнаваемость продуктов на рынке. Нашими партнерами является любой производитель строительно-отделочного материала. Такие компании, как Руспанель Групп и Технавия, уже с нами. Начали разрабатывать спецодежду по типу пилотов Формулы-1. Ведем переговоры с КНАУФ и Технониколь и рядом других производителей, известных в мире. Наша возможность вместить 600 продуктов с оплатой в 11 900 рублей в месяц, выручка на данное вместение – это 7 миллионов рублей и в полном объеме покрывает затраты на содержание 3,5 тысяч метров квадратной площади школы и 40 сотрудников, что касается лекторов непосредственно и учителей. В-третьих, повышаем уровень доверия заказчика к материалам с минимальным вложением времени и средств на их поиск. Тем самым снижаем порог принятия решения в пользу специалиста и материала, представленных в нашей школе в виде выставочного образца. Конкуренты. Наши конкуренты в образовании – это ПТУ, онлайн-школы и школы теоретических курсов, академии производителей, которые большей частью являются нашими партнерами. Конкуренты предоставления кадров – это кадровое агентство, не имеющее ничего общего с образованием и стоимостью квалифицированного специалиста в размере одного оклада, что составляет порядка 80 тысяч рублей. В нашем случае это 2 месяца теоретических занятий узких направлений, что дает знание специалисту на уровне инженера и 1 месяца практических занятий с пошаговым контролем выполнения строительных работ и норм и требований. Также ежедневный нетворкинг всех участников строительного процесса. Стоимость готового строительного специалиста составляет 35 тысяч рублей. Как вы понимаете, конкурентов у нас нет. Маржинальность 35%, и при полной посадке в 900 учеников мы имеем выручку в 11 миллионов рублей в месяц. Хочу заметить, что чистая прибыль является именно, то есть 11 миллионов рублей является именно непосредственно чистой прибылью. На данный момент заключаем договора с производителями и пишем обучающие программы с целью на конец учебного года представить данный проект для выпускников школ с возможностью попробовать себя в строительном сегменте в виде мастера. Именно здесь мы предлагаем всем производителям войти в данный проект как партнеры или в спонсорство. В частности, Рыбакова Игоря Владимировича. Правительству проект поможет снизить уровень безработицы практически бесплатно, а также вывода из тени многих частных специалистов и оплаты ими налогов. Инвесторам привлекаем инвестиции от 6 до 10 миллионов рублей до 30% годовых с полным возвратом в конце года или покупки доли с участием в данном проекте, где 1 миллион рублей равен 1%, но не более 20%. Выбор за вами, дамы и господа. Спасибо.